Салют, братишки-стрёнки, микрофона Мистер Кей, и добро пожаловать в GTA 5. Недавно здесь добавили новый ништячок. Вот скажите мне, что это такое? Что это такое? А я вам скажу, что это такое. Это, блин, грёбаные игрушечные танчики в GTA 5. Новые радиоуправляемые игрушки. Я не знаю, это выглядит мега забавно. А ты чё здесь расстрелялся-то? Чё здесь расстрелялся? Давайте его битый проказничаем вот так вот. Оп, оп, чик-чик-чик-чик-чик. Вау! Капец. Я не знаю, рокстары умеют добавлять прикольные вещи в GTA 5 онлайн. Кстати, у этого плазменная пушка, а у того обычная. Да ё-моё, дайте ударить-то. Окей, я думаю, нужно брать собственный танк. Чё здесь стоишь? Опа! Опа! Слушай, а интересно, а можно покататься на этом танке? Давайте попробуем на него залезть. Нет, он его перелезает. Прям залезть на него нельзя. Ладно, поугараем сейчас с этими танками. Ставьте свои зверские лайки, не забудьте подписаться на канал. Посмотрим, что они умеют. Наведем шороха в этом городе, чтобы все поняли, что это игрушки для настоящих пацанов, а не для каких-то девчонок. Все, я тоже на этом танке. Вещь просто обалденная. Кстати, можно еще от первого лица ехать. Как будто у меня огромное дуо передо мной. В принципе, так и есть. Опа, чувачок какой-то бежит. Hello! Че не стоишь? Давайте мы его собьем. Оп! Блин, капец. А здесь же еще и подпрыгнуть на нем можно. А я его, мне кажется, передавил здесь, да? Он умер, что ли? Ой, сори, сори, мужик, не хотел тебя давить. Вещь обалденная. Ну, кстати, сразу этот танк не убивает. По крайней мере, обычная пушечка. О, уже полиция на меня загрелась. Две звезды есть. Но я думаю, что этот танк способен на многое. Мне интересно, сколько он будет выдерживать взрывов. Кстати, по обычным NPC достаточно неплохо так выдерживается. Ой, семчик тут едет. А как здесь Блин, это мега угарно. Давайте попробуем на семчика запрыгнуть. Оп, бумс, бэби. Опа. Кстати, танк реально бронированный. Я насколько стреляю по этому чуваку, я не могу его никак уничтожить. Мне интересно, этот танк вообще уничтожаемый? Или он полностью неуязвим кому угодно? Надо попробовать, знаете, взрывчатку рядом с ним заложить. Давайте попробуем так и сделать. Я пока выйду из танка и заложу взрывчатку рядом с нашим чувачком. Где он здесь? Где он здесь? Где этот танк? Вот танк катается здесь. Так, что у нас тут есть? Бомба-липучка. Блин, а ты что из танка-то вышел? Кстати, заметьте, как только я вышел из танка, полиция прекратила меня искать. Как будто я тут и ни при чем. Я просто где-то там в кафешке сидел, управлял танком. Полиция на него охотилась, а как только он исчез, я тут ни при чем. Полиция меня не поймала. Смотрите, как этот гранатомет классно сочетается с моим костюмчиком. И смотрите, как круто он сейчас разнесет этот... Слышь, ты чё, охренел что ли? Да, давайте его взорвем. Красавчики, пацаны, спасибо, что помогли. О, они, кстати, это круто вдвоем стали. Тут у меня фокусировку. Да, ёбать, что такое? Чё все меня сбивают-то? Так, стоять. Нет, фокусировка мне не нужна. Сюда отходим. Оп, бум. Нифига себе. Да он реально неуязвим. Он реально, блин, неуязвим. Я в шоке, этот танк настоящая крепость. А второй я так и не взорвал, да, они все еще здесь. А если бомбы-липучки прикрепить? Оп, раз, два, три, четыре, пять. Пять бомб-липучек, бам-бам. Ни хрена себе он улетел. Куда он подевался? Запустили чувачка в космос. Так, я еще хочу второй так запустить, мне понравилось. А хотя он все-таки задымился, но достаточно большой предел прочности-то. Ладно, три взрывчатки, четыре, пять. Фейерверк! Праздничный фейерверк! Бамс! Блин, мне так нравится, как он улетает. Реально, как игрушка какая-то. Ладно, давайте посмотрим, как можно его протюнить. Танк инвейд энд Persuade. Окей, давайте глянем, что можно на него поставить. Во-первых, раскрасочка. О, да. О, да. Стандартная раскрасочка выглядит так себе, как будто это танк времен Второй мировой. Мне нужна реально мощная, шикарная раскрасочка. Но на самом деле она сильно друг от друга не отличается. Давайте вот эту поставим. Городской воин. Мы же в городе собираемся воевать, правильно? Это точно. Дальше. Идет цвет. Можем поменять цвет, но я не хочу. Здесь хороший цвет стоит, его и оставим. Самое главное, это пушечка. Капец, сколько эти пушки стоят. Огнемет
гранатомет и плазменная пушка. Мы договорились, что у каждого будет своя. Я возьму себе гранатомет, потому что я хочу бомбить из этого игрушечного танка, как из настоящего. О, да, все в сборе. Ну что, теперь повеселимся, покажем этой полиции, что она из себя представляет. Воу, нифига себе, слушайте, нормально, нормально я стреляю, я надеюсь, тут бесконечные заряды, но эти ракеты мне безумно нравятся, только они не взрывают, ребята, они не взрывают с первого раза. Почему? Почему нужно выстрелить два раза? Ну, в принципе, это, наверное, все из-за миниатюрного размера. Но это не помешало нам все уничтожить. Но если с плазменной пушкой я понял, это как Звездные войны у нас тут. А я хочу выяснить, как выглядит у нас огнемет. Где он? Охренеть, поджаривает пуканы. Ха-ха. Я бы не отказался поджарить полицию, но я могу их взорвать. О да. Ну все, чувачки, едем в центр города. Едем наносить страх и ужас там. Эта игрушка будет похлеще радиоуправляемой машинки RC-бандита, которую добавляли год назад, потому что танк, ё-моё. Откуда такие идеи вообще берутся у Rockstar Games? Напишите в комментариях, какую бы еще радиоуправляемую игрушку вы хотели бы увидеть в GTA 5. Будет интересно почитать ваши идеи. Сколько машин я уже взорвал, а 5 звезд все никак не получу. Опа, вертолетик, ну что ты здесь паркуешься передо мной? Уйди с дороги! Жалко, конечно, что два выстрела приходится наносить. Не слишком удобно, но для такого миниатюрного размерчика нормально. Я бы вертолет не отказался сбить, но мое дуло слишком высоко не подгружается. О, как я вовремя взлетел. Слушайте, я, кажется, знаю, как мне достать этот вертолет. Нужно подпрыгнуть. Ай, блин, нельзя в прыжке стрелять по вертолету. А 4 звезды уже здесь. Спецназ тоже приехал. И я все никак не могу сбить эти гребаные вертолеты. Может быть, мне на какую-нибудь крышу залететь? Я смогу... Оп! Хотел на светофор запрыгнуть. Давайте попробуем на какую-нибудь крышу запрыгнуть. Например, вот сюда. Получится заехать? О-о-о-о! Блин, мне не хватает мощности, чтобы туда заехать. А вот на парковку, наверное, хватит. Ой, я застрял! Я застрял! Нужен прыжок! Капец, они... Что? Ого, я подумал, что это спецназовец здесь в телефоне стоит. А это мой кореш в костюме спецназовца. Я аж обалдел уже сейчас. Вот сюда сейчас заберусь, и меня точно там оттуда никто не достанет. Ай, блин. Не получилось. Вы что меня тут зажали, а? Чё зажали-то здесь? Бам-бам-бам. О, мой кореш с плазменным пулеметиком здесь тоже приехал. А ты знаете, что я еще хочу сделать? Я хочу устроить гонки на этих танках. Но сначала хочу залезть на эту крышу. О, блин, я перелетел. Перелетел эту крышу. Как же обидно. А где вертолеты? Почему они так высоко? Почему эта пушка не поднимается так высоко? Этот танк такой бронированный, а пуха у него такая короткая. А как насчет того, чтобы устроить бои между нашими танками? Кто победит? Давай, дружок. Ты один на один. Ну и полиция, разумеется, рядом с нами. Давай, давай, чё, стреляй, бомби. Бум! Давай, 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 давай. Пытайся. Пытайся меня убить. Этот танк такой прочный. Мне кажется, самая прочная вообще машина в GTA 5. Прочнее этого нет ничего, уж поверьте. Любое другое транспортное средство уже давно взорвалось бы, а этот танк держится. Мне кажется, он полностью состоит из одной лишь брони. Ай, боже мой, что это за база танков? Бимс! Ладно. С копами порезвились. 5 звезд не набил, но 4 звезды тем не менее есть. Как ты выжил? Как ты пережил этот взрыв? Это ненормально. Позиции заданы. Танки готовы выдвигаться. Первая гонка среди игрушечных танков в истории GTA 5. 3, 2, 1. Поехали. Ох, ничего себе, как он вырвался. Давай, газуй, газуй. Этот огнемет еще поджал. Знаете, если верить логике GTA 5, я должен со своим гранатометом разгоняться, но чё-то мой танк не разгоняется. Ой, блин, я еще врезался в машину здесь. Я на последнем месте. Нет, я не позволю. Я не позволю вам оставаться на последнем месте. Стоять. Полиция еще подключилась. Полиция меня даже обгоняет. Тихо. Боже мой. Это лучшее развлечение, которое можно только найти в GTA 5. Вот чисто только ради того, чтобы поиграть здесь на игрушечных машинках, можно заходить в GTA 5. Лучшее развлечение. Копы, не мешайте, вы меня... А вы... Они подкупили полицию, я все понял. Они подкупили полицию, чтобы я не вырвался и не выиграл эту гонку.
Окей, я обосрался по полной. Финиш! Давайте, оп! Красиво перепрыгнули. Я даже не знаю, для каких целей можно еще это дело применить. Но на военную базу я бы все-таки съездил. Интересно, как на эту пацанскую игрушку отреагируют профессиональные военные? Здрасте, сэр! Здрасте, сэр! Можно проехать, сэр? У меня допуск на базу. Пропустите меня, пожалуйста. Пропустите меня на базу, сэр! Ладно, я сам проеду. Прополз под шлагбаумом. Но поскольку я уже сказал, у меня здесь есть доступ, они меня не трогают. Но это пока что. Пока я не захочу, например, сбить этого военного. Что ты мне противопоставишь? Ох, нифига. Я слышу настоящий танк. Давайте выясним, какой танк мощнее, игрушечный или настоящий. Да, тут еще один приехал, что ли? Капец, ты что здесь устраиваешь? Он меня не может взорвать. И я его, правда, не могу взорвать. Но, тем не менее, он не... Блин. Обговорился. 4 выстрела из большого танка, и я уничтожен. Как идет торговля, мистер? А вы куда побежали? Он только что здесь стоял спокойно, никого не трогал. Куда вы побежали, мистер? Вы что, испугались какого-то игрушечного танка? А почему я не могу сбить этот забор? Мистер, не убегайте. Ладно. За то, что он убежал, я уничтожу весь его урожай. Бум. Все, урожая нет. Я хочу еще раз заехать на военную базу. Кстати, я вижу, что надо мной летает какой-то вертолет. О, что здесь, пляжная вечеринка, тусовочка, можно к вам присоединиться? Да что все от меня убегают? Все меня боятся, что ли? Я ведь такой безобидный. Ай, ладно, не такой уж я и безобидный. Вон все, это моя территория. Я не могу никого убить. С одного выстрела. Смотрите, взрыв произошел прямо за ее спиной. А убиваю ее только со второго взрыва. Это очень странно. Эй, не толкай меня! Не толкай меня, изверг! Зачем меня толкаешь? Кто мы еще? Военные грузовики уже подключились к нашему преследованию. Военные грузовики мне здесь не нужны. Теперь я знаю, что танк меня уничтожает, поэтому не хотелось бы снова встречаться с этим танком. Но с другой стороны, зачем это я еду на военную базу? О, стреляют, стреляют по мне. Я смогу перепрыгнуть этот КПП? Оп! Почти, почти смог. Но зато я могу попрыгать через танк. Это экстремальный вид спорта новенький. Военный меня только что прижал своей машины. Это что-то новенькое. Такого я раньше не видел. О, вертолет! Вертолет! Прямо у меня на прицеле! Отлично, первый взрыв есть. Второй есть. Ну я хочу сбить вертолет сегодня, пожалуйста. Дайте мне сбить его. Ну же! Или мои ракеты до него даже не долетают. Что это такая слабенькая пушечка-то? Меня реально военные преследуют на своей Audi R8. Ты что, с ума сошел? Твоя тачка сейчас превратится в груду металла, чтобы меня преследовать на Audi R8. Кстати, в этот раз, смотрю, танки не спешат меня перехватывать. Здрасте, сэр. Что вы пытаетесь делать? Вы пытаетесь меня расстрелять? Вы пытаетесь меня расстрелять? А если я попытаюсь вас переехать? Оп! Господи, как это жестоко! Я его реально убил! Я его убил! Обалдеть, на игрушечном танке! Окей, это развлечение для настоящих мальчиков, но я думаю, пора нам закругляться с этими игрушечками и переходить к чему-то более серьезному. Все-таки впереди нас ждут новые ограбления казино и все прочее. Кстати, если вы играете в GTA 5 Online, то вступайте в мой Discord сервер, это во-первых, потому что там я кооперируюсь вместе с вами. Вступайте в мою банду, ссылочка будет в описании, как на Discord сервер. Ну и разумеется, спасибо, что посмотрели это видео. Не забудьте поставить ему свои зверские лайки, написать крутой комментарий и подписаться на канал. У микрофона был Мистер Кей. Хорошего вам настроения, удачи и пока!